Находился в резиденции Варуны на Варуна-Локи, он с удивлением рассматривал роскошь быта, в котором жил Варуна-Дев. Нанда-Баба был очень впечатлен роскошью Варуна-Локи. Несмотря на то, что дом Нанда-Бабы и вся Браджа вам в 100 крат превосходит по роскоши Варуна-Локу. When Krishna manifests opulence, they don't question.
что Нанда Бабай в Раджабасе. Но Нанда Бабай в Раджабасе, ослепленные любовью к Кришне и сладостью этой интимной любви, они не замечают всей роскоши Айшварии, которая царит повсюду во Врадже. Потому что все в Раджабасе, у них отсутствует анусанган абав, склонность подкапываться, исследовать вот эту всю Айшварию. И когда Кришна заметил то, как отец с удивлением рассматривал Варуна Локу и как он впечатлился этой роскошью, Кришна расстроился, потому что он понимал, что роскошь Враджа в сотни раз превосходит роскошь Варуна Локи. И что именно расстроило, в чем особенность чувств Кришны, почему он расстроился? Потому что он понял, что отец полностью погружен в Абиман Гопа, что он считает себя обычным пастухом. Но Кришна в тот момент ощущал свою Айшварию. I will never be able to love Nanda Maharaj with the brain as great as the love that Nanda Maharaj has for me. И Кришна расстроился, он понял, что я никогда не смогу ответить взаимностью отцу, я никогда не смогу любить его так сильно, как он любит меня. I cannot repay all the great vases how they love me. I cannot reciprocate with them. Кришна оценил глубину любви в Раджабасе и понял, что он перед ними в неоплатном долгу. Lord Brahma has said, the Vrijvasis, their homes, their bodies, their wealth, their family members, their pride, everything is dedicated to Sri Krishna. Господь Брахма сказал, что Браджабаси посвятили Кришне все, свою прану, свою дхану, все свое состояние, свои дома, свои семьи, все они отдали Кришне. Брамаджи сказал, я в недоумении, как Кришна сможет отплатить Браджабаси за их любовь и за их самопредание ему. И тогда, узнав о приключениях Нанда Бабы на Варуна Локи, Раджаваси были заинтригованы. Если Кришна такая великая личность, он, наверное, обладает какими-то достояниями, может, он поделится этими достояниями с нами. Они не думали, что Кришна Бхагаван, что он может явить им Галоку, духовный мир. Они помнили, что Гаргачарья предрек, что у Кришны будут такие же качества, как у Нараяны. И, наверное, он что-то скрывает от нас. И они задумались об этом. И Кришна отвел всех в Раджабаси к Брамараду. И окунув их в воды Брамарада, он явил им Галоку. В Галоке олицетворенные веды молились Кришне. И ему также поклонялись Паршады и Шакти. Но там в Раджабасе совсем не понравилось. Потому что там не было ни голода, ни жажды. Для мамы Ишоды невыносима жизнь, в которой она не может подкармливать все время Кришну сладостями и маслом. И Кришна снова вернул в Раджабаси обратно во Враджу, в эту Враджу. И рассказывая об этой лилии, Шукадева Госвами созерцал ее в своем сердце, и видя эту лилу, он преисполнился осознания сладости Бома Вриндаваны. И в этом состоянии экстаза ему захотелось поделиться глубинными сокровищами лил этой Бома Дамы.
So the ecstasy of Shukadeva Goswami experiencing the superiority of Braj over even Goloka caused him to want to narrate the highest pastimes of Rasa. И вот это испытывая превосходство Бога Вриндаваны даже над Галокой, Шукадева Госвами вдохновился на то, чтобы поведать наивысшую лилу. So now we are very eagerly waiting to hear the next flow of nectar from the lips of Shukadeva Goswami throughout the most sweet Ачутана Бхагавати. И с нетерпением мы ждем возможности услышать повествование Шукадева Госвами из уст нашего дорогого Ачутана Бхатаджа Махараджа. Jai. Govinda jaya jaya Gopala jaya jaya Last Lila in the heart of Sri Shukadeva.
слава непревзойденная, благодатная Бхагават Пурани, которая является звуковой инкарнацией самого Шри Кришны. Шри Прамбройджан Прабху очень изящно и красиво изложил сладость и славу Бома Вриндавана, которая побуждает Кришну на удивительные лилы. Увидев в трансе, как Кришна вместе с Браджабаси вернулся с Галоки обратно на Бому Вриндавану, и созерцая удивительные лилы, которые Кришна являл после этого, Шукадева Госвами, не дожидаясь никаких вопросов, стал повествовать об этих лилах. The glory of Dham always catches, always carries the beauty and the pastime of Shri Krishna. Слава Святой Дамы всегда пропитана сладостью игр Кришны. Because Pandavate, Pandavate, as soon as a devotee tried to speak, recite Shri Krishna Katha, как только возвышенный преданный начинает повествовать Кришна Катху, тут же эти лилы, отраженные в этой катхе, предстают перед глазами преданного. Как только Шукадева Госвами, сложив ладони, взмолился Шри Мати Радарани, прося ее о милости, о том, чтобы он мог поведать об ее лилах, тут же эти лилы предстали перед его взором. While she is singing the lila, she cannot check herself to recite. Такова природа Саки. Она безудержна. Как только Саки видит лилы, она хочет поделиться этими лилами с другими. Because Krishna lila is a prapta vastu, not a prapta vastu. That is, it is not invented. It is truly discovered. Лила Кришны, правда вас, это не выдумка, не фантазия, это что-то, что надо узреть и познать. Лила всегда происходит во Вриндаване. То есть лила протекает тут всегда, она не то, что она когда-нибудь случится, тут она идет тут постоянно, эта лила, и поэтому просто ее надо увидеть. То есть мне надо дожидаться эту лилу и придумывать ее. Это правда лила. Эта лила уже происходит. Ее надо просто осознать. So, while she should recite the glories of Govardhan and Govardhan, in Govardhan, the lila was also always projected, always being existing. So, seeing it, he cannot check himself, and he started to recite that. Шукадева Госвами, описав лилы, которые произошли на Галоке, потом стал видеть лилы, которые проходят тут в Бома Вриндаване, и решил поделиться этими лилами. So it is very much famous that Arjuna to Anjuna. If a person is today satisfied and he is all saturated, then you will be saturated. Если человек известно, если человек удовлетворен на данный момент и довольный, он всегда будет довольный.
афоризм. То есть человек, который насыщен на сегодняшний день, он будет насыщен всегда. Еще когда Бхагавасвами, видя эти удивительные лилы Бома Вриндаваны, он настолько проникся вот этими удивительными чувствами радости, что он хотел поделиться переизбытком этих чувств. Повествование Шукадева Бхагасвами не является его выдумкой. Все, что он рассказывает, это его непосредственный опыт, реальность, которую он ощущает и видит. Есть одна поговорка. Без непосредственного опыта мир будет слепым. Анубава, непосредственное восприятие Шукадева Госвами – это реальность, то есть это необходимо. Все, что он рассказывает, это истина. Это не поэзия его, не фантазия, это его непосредственный опыт, восприятие лил Кришны. То есть весь мир слеп без реализации. Шукадева Госвами просветляет всех, делясь своим непосредственным опытом лил Кришны. В Шримад-Бхагаватам Шри всегда тесно связано с Шукадевом. Шри Шукадева Увача. Шри, приставка Шри указывает, что он настолько счастлив благодаря своим реализациям лил Кришны, что он прямо светится красотой, он настолько прекрасен, поэтому он Шри Шукадев. Надо подчеркнуть три главные идеи того, что лилы Кришны — это прапта-васту. Они уже существуют, их не надо выдумывать или что-то добавлять. Они уже есть, их просто надо осознать. Саки не может удержаться и не поделиться этими лилами Кришны, которые она познала. And Bhagavad, Shishunde Goswami is describing that is his
own direct experience, that is not manipulation, and he is not deciding it by the other resources, that is his direct experience. И третья важная идея, то, что поведал Шукадева Госвами, это Анубава, это его реализация, Лил Кришна, это не поэзия, не фантазия, не нечто, не какие-то преувеличения его, это все есть реальность. То есть, когда возвышенный вайшнав повествует Кришна, начинает повествовать Кришна Лилу, это подобно тому, что кулисы на сцене открываются, и Лила становится явной всем. So it is always described that Naam Vani Nikat Sham Shama Prakat. Where is Naam and where is the Vani? Where is the poetry of Shri Rasija? There the pastimes of Shri Krishna can be seen by everyone who is expressing them. То есть в том месте, где звучит Нама и Харикатха, Рада и Кришна всегда проявляются перед слушающими. So Krishna Lila is very clear and very powerful thing that will show us the beauty of love, beauty of Shri Krishna directly. Лила Кришна — это нечто особенное, сверхъестественное явление, которое может поделиться с нами любовью к Кришне и сладостью его лил. This Ras Lila is always, and this Krishna Lila can be only achieved by the power of Kripa, Jadacha. Возможность услышать лилу и познать лилу возникает лишь только благодаря беспричинной милости Ядичара. In Vrindavan, previously, about 400 years ago, Shri Bhagavata Siddhi was here, and he has composed one verse, and that is Bhagavat Shama Shama. Около 400 лет тому назад во Врадже жил один возвышенный вайшнав, который сочинил стих. Shri Bhagavata Siddhi said that Bhagavat Shama Shama Bhavat Rupa Vihar Nahi Samarat Khagaraj Kare Chapur Ahar Kare Chapur Ahar Kirkila Janjar Bhavay Sahasik Vrgaraj Tasanthe Samsulave Aise Hi Rasak Anandi Or Jan Nagar Khagavar Sehd Parayi Tajo Ajo Vijam Mahitul Bhagavar. Meaning is this of this verse that Shri Bhagavan Shri Shukdev Ji is seen and he is described. It is very clear and very confidential. В этой поэзии говорится, то, что узрел, осознал Шукадева Госвами, это нечто очень редкое. Это великая удача, это осознать такие лилы. Это подобно огню. And it is very famous that Garuna can that Chapal is the fire. In Kavi, among poetry, it is very famous that the Chapal has very much to do with clouds. And that if the cloud, the drop is coming directly from cloud into his feet, only then he will drink that water. Otherwise, he will be ready to eat the burning fire. В поэзии известен пример птички чаток, которая предпочитает пить, любит пить воду из тучи, прямо чтобы капли дождя капали ей в клюв. Иначе она готова кушать огонь. The pieces of fire is pleasure to both Garuda, Garuda does not
Даже Гаруда не сможет скушать горящие угли из костра. Он не сможет. Но Чакора, Джатак, птичка, она может скушать. Только аналогичным образом, только Расика Вайшнав может переварить вот эту лилу. Другие не смогут, это им не под силу. Сокровенные лилы Радхи и Кришна — это нечто, что могут переварить только Расика Вайшнавы, подобно тому, как птичка Чатак может съесть искорки костра или угольки, а Гаруде это не под силу сделать. Есть, и он приводит еще одно поэтическое сравнение про птичку Кинкилу. Она может подлететь к сильному бушующему водопаду, а в потоке водопада тоже туда падают маленькие рыбки, тоже с потоком воды обрушаются в потоке водопада. Крошечная птичка Кинкила стремглаво бросается в поток водопада и вылавливает себе рыбок оттуда. Никто другой не осмелится на такой отважный поступок. Аналогичным образом, только те удачливые личности, уполномоченные Крипа Шакти Господа, могут извлечь нектар из этих лил, из расы лилы. Этот поэт приводит еще третье сравнение. И когда лев иногда лев выходит на охоту, находит себе дичь и пожирает плоть какого-нибудь животного, и кусочки мяса застревают у него между зубов. Эти остатки пищи, они застревают в зубах и шкрябают ему десна, это раздражает его и печалит, потому что вызывает дискомфорт у него во рту. И тогда лев раскрывает свою пасть. Есть еще маленькая птичка Сахаси такая. And that Sahasi is so very
Сахаси. Сахаси значит отважная. Вот она смело подходит к пасти льва и начинает ему зубную гигиену делать, своим клювом выдергивает эти остатки пищи у него из зубов. Она вот таким образом питается. Так как у нее желудок маленький, ей много не надо, но вот она смело подходит к пасти льва и подъедает остатки пищи между его зубов. И таким образом она живет. Никто другой, нет никого, кто бы осмелился приблизиться к открытой пасти льва. Только тот, кто стал Крипа-патрой своего Гурудева, Хари и Вайшнавов, осмелится подойти к этой лиле, а другим туда страшно приближаться. Раса-лила катха — это особая катха, и это возможность повествовать ее и возможность услышать — это очень редкая удача, и никто не осмелится, и даже не сможет, просто полагаясь на собственные познания, должным образом поведать эту катху или услышать ее правильным образом. Мы должны понимать, что вот эта возможность наша сейчас повествовать и слушать Раса-лила катху — это результат милости. И мы отважились на то, чтобы слушать эту лилу. Это результат крипы и чрезвычайной милости, потому что эта лила — это бесценное сокровище и нечто чрезвычайно возвышенное. Обычно в Шримад-Бхагаватам приставка Шри ассоциируется с Шри Бхагаван и Шри Шукадев. Шри Нирсимха. Шри Курма. Шри Нирсимха. Вот это отдельные случаи, когда только используется приставка Шри. Шри Шукадев, Шри Бхагаван и Шри Нирсимха. То есть это редкая приставка, если вы внимательно будете изучать Шримад-Бхагаватам, там вы увидите, что очень редко эта приставка применяется кому-то, может, трем-четырем личностям. And one of them is Shri Shukadev.
И Шри Шукадев – это одна из личностей, к которым применяется вот эта приставка, звук Шри и Шабда. Это указывает на его близкую и тесную связь со Шри Радхарани. То есть понятно, что он преемник милости и шакти Шри Мати Радхарани. И так как Шри Шукадев он Саки, и Саки не может, жизнь для Саки невозможна без прославления Кришны. И мы понимаем, что Шри Шукадев полностью уполномочен и имеет право на повествование этих лил. И он способен повествовать их должным образом. И Раса-лилу сравнивают с молоком льва. Симха-труд. Все остальные лилы, описанные в Шримад-Бхагаватам и в других грантах, они подобны потоку Ганги. Ганга очень великодушная, и она позволяет любому подойти и окунуться в ее воды. Ганга не откажет никому. Любой самый жуткий грешник подходит и окунается в воды Ганги. Она не гонит прочь никого. Аналогичным образом, лилы Господа, описанные в других Пуранах, и также все лилы в Шримад-Бхагаватам, кроме Раса-лилы, они такие же, как Ганга, великодушные, подпускают к себе всех, не делая различий, адикара, квалификации слушающего. У всех есть право и квалификация на то, чтобы слушать другие лилы Кришны, описанные в Бхагаватам и в других Пуранах. Но Раса-лила — это нечто особенное. Это Раса-лилу сравнивают с молоком льва. То есть в Индии известно, что молоко львицы может храниться или во рту львенка, ее ребенка, или в золотом кувшине. Correct, 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 correct,
есть особенность такая известная львиного молока, что оно может или пребывать во рту львят, или оно должно храниться только в золотом кувшине. Если поместить его в любой другой сосуд, сделанный из другого металла или другой субстанции, то там все разрушится, этот сосуд лопнет, не выдержит силы этого молока. То есть это эксклюзивная лила, и но Шукадева Госвами испытывает такой преизбыток трансцендентной радости и восторга по поводу лил Кришны, и будучи саки, он не может сдержаться, ему хочется поведать эту лилу. Но все же не надо сторониться этой лилы, даже понимая, насколько это эксклюзивная, редкая, удивительная лила, не надо сторониться ее. Не пугайтесь этой лилы, не думайте, это что-то запрещенное. То есть не пугайтесь этой лилы, но понимайте, что нужно молиться о том, чтобы у вас появился адикар, квалификация должная. Молитесь радики, чтобы у вас была квалификация, которая дозволяет вам должным образом воспринять эту удивительную лилу. Первое, что надо понимать, что этой лилой наслаждается Кришна, Радика и их ближайшие спутники ради себя, не для кого-то другого. Это то, что доставляет им самим неописуемое удовольствие. Это лила не для кого-то, не ради каких-то преданных, не ради кого-то другого. Этой лилой Радха и Кришна наслаждаются сами. Это для их сварупы. Это не лила не явлена на благо других. Это что-то их, это личное, очень приватное, сокровенное, что чем они занимаются ради своего удовольствия. With his Sakira, with his friend, and with his Akara, he is having this pastime for their own relishment. In private, this lila is not to benefit the other person. Then it can be taken. The best benefit will be achieved by this lila. But Shri Krishna has not done this lila for other person. Yes, that he did this lila only for themselves, for the selva, that for themselves, not to relish, not to make other persons benefit by this. То есть надо понимать, есть лилы, которые Господь являет для других, а эта лила, именно Господь Шри Кришна и Радика, они явили ради, первично ради своего удовольствия, ради своего блага, не для кого-то другого. Это, то есть закрытая тема, это их личная лила, именно исключительно для них самих, но другие тоже могут, конечно, получить благо, но это уже будет как косвенно. Но главная цель явления этой лилы – это для самих Радхи Кришны и их ближайшего круга окружения. This is the Dhruva Master,
full of optimism. Contradiction. It will be very much contradictory that the Leela is done very confidentially and for one's own self, but it gives the result to the other person, the highest, То есть может показаться противоречием, что такая лила, которая была проведена исключительно ради удовольствия самих Радхи и Кришны, и это какая-то закрытая тема, но одновременно с этим эта лила приносит наивысшее благо другим, которые могут осознать ее и услышать о ней. То есть это приватная лила, одновременно с этим обладает силой пролить предел любви к Кришне, то есть является пиком Рагануга Бхакти. То есть очень много То есть вот эти секреты лилы, вот эти противоречия, с одной стороны, это полностью закрытая такая частная тема, эксклюзивная лила для Радхи и Кришны, но одновременно с этим она наделяет наивысшим благом всех тех, кто может должным образом соприкоснуться с этой лилой. Present. He wants to keep it in his heart, but he really keeps it completely in his heart. Though it is suggested that Musa was fire of a home, Raho Husmer Sam, Okune, Husmer was fire of a home, Baho Kumare Pachicham. If a person gets the essence of a nectar, and that is only a drop, if the quantity is only a drop, if a person gets the nectar of a nectar, and it is only very thinly, very drop. То есть, с одной стороны, Шукадева Госвами по природе полагается хранить такую сокровенную лилу, как тайну в своем сердце. Но с другой стороны, он не сдержался и выдает вот эту тайну. И подобно тому, когда человеку удается вкусить капельку нектара, если по глупости... По глупости, обретя капельку нектара, человек решит спрятать эту каплю нектара в соломе. То человек, если по глупости он спрячет эту каплю нектара в солому, думая, что позже я выдавлю эту каплю из соломы, но на самом деле это не мудрая идея, потому что не получится ничего потом выжать из этой соломы ему. In the same way, a person never uses this Krishna for the other requirements, vital requirements, and material requirements. То есть Кришна Катха — это такой вот трансцендентный нектар, такое сокровище, которым возвышенный вайшнав никогда не станет пользоваться ради чего-то мирского. То есть только полный глупец, получив какие-то откровения, будет пользоваться ими для мирских целей, чтобы как-то заработать на них или что-то, какую-то выгоду получить, потому что уже никогда такого нектара он не получит снова. So one should be very much conscious. Очень and he should always have the
this house. And then this Krishna has his feet now. То есть Вайшнав должен быть очень совестливый по поводу Хари Катхи и всегда находиться под полным прибежищем Шримати Радики. И только тогда вот эта Кришна Катха будет жить потоком в его сердце. Нужно очень-очень бережно относиться к Хари Катхе, потому что она приходит в сердце лишь только по милости Шримати Радарани, и она остается в сердце и пополняется в сердце только благодаря милости Шримати Радарани. Поэтому снова и снова мы должны помнить об этом и молиться Шри Радхе о том, чтобы ее милость не покидала нас. Джай! Однажды Камадев, Бог любви, предстал перед Кришной. То есть Купидон, он прокрался к Кришне, увидел, что Кришна отдыхает в уединенном месте, что он был очень расслаблен. И он решил бросить вызов Кришне. Кришна, я покорил всех. Я победил Брахму. Даже Брахма был мне под силу. Купидон помутил рассудок Брахмы, и Брахма привлекся красотой собственной дочери. Господь Шива тоже стал жертвой влияния Купидона, то есть он привлекся к Махине Мурти. То есть Купидон хвалился, говорит, если мне я смог и Брахму подчинить себе, своей силе, и Шиву, то что же говорить о других Упадеватах и других Риши? То есть, потому что Купидон был полностью уверен, что любой Риши, даже Дурваса, что все их аскезы и целибат не устоит перед улыбкой Апсары. И Купидон возгордился, он решил, ну, с всеми другими я уже разобрался, сейчас я хочу покорить Кришну. И он бросил вызов Кришне на дуэль. Кришна сказал, если я приму твой вызов сейчас, то ты должен понимать, что это не самое уместное время для меня. Он сказал, я сейчас, это неуместное обстоятельство для нашего поединка, потому что я сейчас тут в одиночестве нахожусь. Сейчас невыгодно тебе со мной сражаться. Приходи попозже, тогда у нас будет с тобой поединок. Следующий сезон осени. I will be with my own Gopigan and with my own Priyagrani.
И Кришна объяснил Купидону, он сказал, сейчас тебе невыгодно вступать со мной в поединок, потому что я тут один. Как ты меня соблазнишь? Давай тогда выжди уже следующей осень, я буду в окружении всех праджагопи, всех пастушек, и тогда тебе уже будет гораздо легче, наверное, со мной сражаться, соблазнять меня. И время года тоже будет такое насыщенное такими романтическими всякими удипанами. Обстановка будет более подходящей для твоей войны, Купидон. Поэтому это тебе моя подсказка. Давай-ка возвращайся осенью потом, и тогда ты сможешь уже попытаться меня покорить. И когда Кришна наконец-то появилась задумка явить Раса-лилу в Шарад-пурниму с гопи, и когда он готовился к ней, когда еще он наряжался, одевался, Купидон снова появился рядом с ним. Но просто издалека, мимолетом, узрев красоту Кришны, Купидон не выдержал переизбытка чувств и тут же упал в обморок прямо на границе Враджа. Он даже не смог пересечь вот эту границу, вход во Врадж. То есть это подчеркивает, это символизирует то, что в этой Раса-лиле нет ни капли камы. То есть тут царит исключительно чистая любовь. Нет никакой страсти. Похоть и любовь — это две противоположности. Похоть — это когда человек хочет насытить собственные чувства, удовлетворить их. Но према, любовь — это то состояние, когда любящий хочет полностью удовлетворить чувство объекта своей любви, не думая о своем удовольствии. То есть похоть — это проявление эгоизма, желание просто насытить свои чувства. А любовь — это полная противоположность этому. Это желание усладить чувство объекта любви без всякой примеси эгоизма. То есть этимология слова према, происхождение этого слова, выражает желание любящего услужить объекту любви, совершать аради. И поэтому Купидон, олицетворение всей страсти, он прямо упал в обморок еще за границей Враджа. То есть указывает на то, что вот эта Раса-лила — это безукоризненно чистое проявление, безупречно чистой любви.
прямо. Осторожно, с должным почтением и пониманием. Меры предосторожности, которые требуются для того, чтобы обрести благо от слушания Раса Лилы, это надо быть в анугате своего Гурудева, то есть строго следовать Гурудеву. Нужно понимать, что являться служанкой Шримати Радики, и нужно все делать не ради своего блага, а ради блага Шримати Радики для служения. Если человек таким образом поступает и не путает свою материальную жизнь с духовной составляющей своего бытия, то все будет замечательно у него. И мы на... Итак, мы приступаем к слушанию этой удивительной лилы. Существует множество значений слова «раз», но есть три главных. The first meaning of Raas is described in Bharatamuni Natya-shastra. Natya-shastra Bharatamuni описывает первое значение слова Раса. Raas is a way, Raas is a type of dance. Раас — это один разновидность танцев. The definition of Rasa is given as a special type. It is a special type of air dancing. And that is Natari Vidhi Sankina. Where the all dancers, all baby dancers, Vidhi Sankina, they have big air round. Бхаратамуни дает определение слова «раз», что это вид танца, в котором все девушки стоят в кругу и держатся за руки. То есть они создают круг и держатся за руки при этом. То есть танцовщицы становятся в круг, держась за руки.
И танец раз – это когда девушки формируют круг, держась за руки, как оцепление, и мужчина-танцор входит в этот круг, тоже танцевать с ними. Называется халиши. Вот этот танец халиши, он состоит из танца, когда девушки стоят в кругу, держатся за руки, и потом танцор заходит в этот круг, и он может обнимать девушек за плечи или стоять, обнимая их, то есть держась за них. Это называется раз. И вот этот танец раз, он выражается тем, что девушки держатся за руки, а танцоры держат их сзади, обнимают их за плечи. Мужчины. Но мы не можем считать это определение слова «раз» полноценным. Просто указывает внешне на разновидность, на вид танца. Поэтому это определение не является полноценным, потому что оно во всей полноте не выражает значение слова «раз», просто обозначает внешнюю форму танца. Потому что по сути «раз» — это нечто другое. То есть группа расы называется расой. Группа рас называется расой. То есть раз – это совокупность всех раз, потому что Кришна – раса Майи, Радика – это Махабава Сварупини. Все саки – это внешнее проявление эмоций, которые испытывают Радха и Кришна. Сама Дхама Вриндаван Бхуми, она тоже раз Майи. То есть это вот этот раса – это вот этот праздник, всплеск расы разнообразной. Раса, лила состоит из расы, все
что происходит, там все эмоции, которые испытываются, это все раса. So, this definition is better than the first one. Поэтому то есть вот это второе определение слова «раз», оно более уместно, потому что оно описывает суть происходящего, потому что первое определение просто указывает на внешнюю форму танца, понимание, что это за танец, а вот второе определение уже дает нам понять, что все происходящее в этой лиле, оно «раса моей», что даже лепесток цветка на гирлянде участников тоже преисполнен «расы», что все-все-все — это «раса моей». Это второе. Но все равно это второе определение, будучи даже более уместным, чем первое, все равно не дает полного понимания того, что это за лила. То есть то, что описывает татву, философию, но не описывает саму расу. То есть трудно прочувствовать вот это второе определение. Оно дает нам теоретическое понимание того, что все в этой лиле состоит из расы, но как-то до сердца это, к сердцу не проникает вот это понимание. Поэтому Санат Госвами Пад сам дал третье определение расы. И вот это очень насыщенное и полное определение расы. Чрезвычайно. То есть совокупность чрезмерной расы называется расой. Парам. То есть слово «парам» подразумевает и славу, и достояние, и все действия. То есть парам, слово парам относится тут и к красоте Шримати Радарани, что ее красота непревзойденная. И ее достояние непревзойденные. Поведение Радики, ее качество, все, что касается ее, это не парам, непревзойденное. То есть вот эта встреча, эта игра Радхи и Кришны, их желание наслаждаться своей лилой, вот это все великолепие, их непревзойденные качества, достоинства, все это проявляется в самом насыщенном
образом даже в каждой пылинке Праджа-Раджа, в каждой пылинке Вриндавана. То есть вот это и определение Сананда Госвами подвыражает то, что вот эта раса — это изобилие, это гора изобилия непревзойденных достоинств Радики Кришны, их спутников, всех их качеств, их поступков, поведения. Вот это просто вот этот фонтан изобилия, их превосходство выражается в этой лиле. The second is where everything is transcendental and rasrup. And the third is the illustration of everything is at the epitome. And such type of action and action and lila, pastime, are also there. So it is containing the story, it is containing the beauty. Continuing the way of spreading rust, everything is there. So this definition of Sanatana Goswami is the complete definition. То есть из трех определений слова «раз», которое мы услышали, первое, которое просто описывает этот вид танца, этого кругового танца, второе указывает на то, что все в расе, раса моей, все состоит из расы, но это более такое теоретическое понимание. А вот третье определение указывает на то, что вот этот преизбыток, это превосходство всего удивительного, что присутствует в Радхе, Кришне, их спутниках в этой даме, что это все проявляется в самой насыщенной форме во время этой лилы. То есть предел всего. Illustrated, I should try to explain them on what that from the point of view philosophy, from the point of view the Vastasthan, from the point of view the beauty, from the point of view other the art, from the point of view every there it is the attitude. So how то есть сейчас я подытожу то, в соответствии с третьим определением Сананды Госвами Пада, как эта лила является вот этим пределом насыщенности проявления и славы, и красоты, и поступков всех участников этой расы лилы. Я постараюсь раскрыть эту тему, описать, как это все выражено в этой лиле со всех ракурсов, начиная с завтрашнего дня. Я! Арибор!